Со строящегося здания на Посмитного 22 во двор многоэтажного дома сорвались две плиты. Инцидент произошел во время недолгого погодного ненастья. Одна из плит упала к фундаменту жилого дома и разрубила дерево. Вторая приземлилась на детской площадке. На тот момент из-за дождя никого из жильцов во дворе не было. Чудом не пострадали два автомобиля. Соседи рассказали, что несколько таких плит упали и во дворы частного сектора. Даже вот когда вышел только, мог просто офигеть. Лист, который поднять нельзя, да, а в это время здесь могли находиться люди, жильцы дома. Тогда здесь была совершенно другая трагедия. Все подробности инцидента мы расскажем уже завтра в двухчасовом выпуске новостей. Не пропустите.